Сегодня у нас рыба. Как она называется? Ага. Такая красота. Она у меня уже... Соня. Помыть, запотрошить. Всем привет! Вы на моем канале, а значит, у нас будет новый рецепт. Сегодня у нас рыба. Это радужная форель. Будем готовить очень простой рецепт, но он будет очень вкусный, я вас уверяю. Поэтому погнали! Вот у меня такая красота. Она у меня уже почищенная. Если рыба у вас не почищенная, обязательно нужно вынуть внутренности и хорошенечко помыть. Запекать будем в духовке целой в фольге. Сейчас будем добавлять специи и мариновать нашу рыбку. Для маринада нам понадобится сметана и специи, соль, паприка и черный перец. Для запекания нам понадобится фольга. Будем делать для рыбы конвертики. Рыбу хорошо промазываем сметаной с обоих сторон, обязательно внутри не забываем. После этого присыпаем специи со всех сторон. Делаем из фольги конвертик. Элементарно также делаем все со второй рыбой. Вот практически все готово, осталось немножечко взять лимон и сверху просто положить. О, красотища! Включаем нашу духовку на 190 градусов. Ставим разогретую, не так, духовку. Ставим разогретую духовку на 20-25 минут. Смотрите на мощность своей духовки. Вот она наша красавица.